Анонс и дата выхода 55-й серии турецкого сериала «Запретный плод». 55-я серия сериала «Запретный плод» выйдет в эфир 4 ноября в 20:00 по московскому времени на канале Fox. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Илдыз пожелала развестись с Халитом. Ее решение вызывает в нем шок. Халит ошарашен тем, что впервые женщина сама пожелала уйти от него, а он привык к тому, что они не уходят от него, даже когда он выгоняет их. Не желая допускать такого, находясь под впечатлением Халит, предлагает Илдыз не торопиться и начать все сначала. Эндер продолжает искать улики против Шахики, ей почти удалось загнать ее в угол. Халит и Илдыз устраивают праздник в честь обрезания своего маленького сына. На этот праздник приглашена и Эндер. Зехра просит помощь Илдыз в организации презентации своей книги. Они с Илдыз придумывают необычную концепцию, которая взбесит Халита. Напомню, 55-я серия сериала «Запретный плод» выйдет в эфир 4 ноября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки!